Я вас приветствую. Ждала слесаря сегодня. Ну, потом коснусь его. Пришел, сделал. Я спустилась вниз. Мне вот надо в эту аптеку посмотреть себе такую помаду. Ой, как хорошо. Знаете, я после ковида всегда, когда смотрю на улице полные людей, так я так радуюсь, что тут есть люди. Вон кушать стоят, хотят купить. Водички какой-нибудь попить, кока-кола. Vape heaven. Потравиться чем-нибудь, повдыхать в себя, гадость какую-нибудь. Ну, это, знаете, дело такое. Каждый выбирает, что ему хочется. Хочет что-то съесть, попить или отравиться чем-то. Так, а я ж хочу купить эту помаду. Знаете, вот я ее уже покупаю 4-й раз. Вот за те 4 года, это уже 5-й год, да, как я снимаю видео, я измазала уже вот это вот. Заканчивается 3-й тюбик у меня. Такая вот она. Такое, не знаю, видно. А, нет, не с той стороны показываю, извиняйте. Да нет, стоишь аж вроде. Вот такой у нее там цвет. Так, уже и не видно. Открутила. А то, знаете, тут камера, тут еще что-то. Боюсь, упадет на пол. Вот такая. Знаете, это, ну, такой цвет очень подходит для видео. Ну, для моей камеры, которая меня снимает. Он называется, не знаю как, может, фуксия называется или еще как-то. А просто если брать какой-то другой цвет вот для меня, не для меня, а для камеры, я имею в виду, то он получается некрасиво, темные какие-то губы получаются. А вот такой вот какой-то ядреный, он дает такой нормальный цвет тебе на камеру. И получается такие губы приближенные к тем, которые у тебя по жизни. Ну, по крайней мере, так получается. Ну, в общем, не знаю, есть или нету. Пойду сейчас посмотрю. Надеюсь, что есть. Ой, студентов столько. Птицы летают тут возле Макдональдса. Ну, так надеяться. Может, там кусочек чего-нибудь обломится. Так, а я пошла за помадой. Вот тот же самый бренд там внизу. Что-то я не вижу. Есть ли? Так, принесли. Спросила, вот это моя старая, а это новая. Она посмотрела по названию, называется Hippet или Hypet, может по-разному читаться. И такую мне точно принесла. Ну ты хорошо, пойду куплю. 13 написано 99, $14, не помню, сколько я ее покупала. А может быть, она стоила $12, ну, что-то такое. За 4 года должно что-то меняться. Так, это какой-то бренд, называется LA Girl, может, это какой-нибудь там Лос-Анджелес Girl, или что-то такое. Так, ну, тут всякая мазыла, тестеры стоят, то есть можно себе глаза вот такие сделать. Ой, фиолетовые. А как накрасишь, будешь такой красивой, как эта девушка. Да, я так думаю, что так будет. Так, ну тут в аптеке чего только нету. Ой, так, чего только нету. Пошла я платить. Кто это все покупает? Я вот всегда думаю, вот люди же знают, что им надо все в этих баночках покупать. Ну тут всякие витамины, добавки. Что тут еще? Ну, всякие тут ножницы, щипчики и прочее. Так, ладно, пошла я на кассу. На кассе тебя тут любят приятно удивить. Это моя старая, это теперь моя новая. И это новая вот с меня. Ой, господи, куда-то прыгает. За нее взяли 11,99. Не 14, а 11,99. А знаете почему? Я так понимаю, это помада старого образца. А там стоит такая же, только другая упаковка, ну, образца. Мне еще, так сказать, по старой цене продали. Ну, вот и хорошо, вот и замечательно. Так, ну, я сижу тут на остановке, жду автобуса наверх. Хочу забежать на 5 минут в овощной,
купить себе огурчик. У них сейчас, так знаете, сейчас хорошая цена у нас. 5,50 штука везде. Ну, я хочу купить огурчик, а то без него как-то никакого и салата не сделаешь. Пойду куплю. Может, в овощном будет дешевле, чем в супермаркете. А может, нет. На срок этой жизни. Наливай и пей. Режь последний огурец. Пока. Ой, как тут эти ездят. Ужас. Так и хотят тебя сбить. Так, это какая-то у меня за спиной компания там. Гыгыкает, гыгыкает. Добралась до овощного. Тут огурчики 4,99. Ну так, на полтинник дешевле, чем в супермаркете. Ну, до супермаркета надо было еще добираться. А тут мне уже, так сказать, по пути домой. Ну, сейчас выберу один. Самый большой. Ага. Всякая капуста. Две шляпки гриба. 3,49. А бурячки 5,99 килограмм. Это мне ничего не надо. Я пойду гляну только еще на помидорчики. У меня только два штуки дома осталось. Возьму еще кулечек с мандаринками. Вот так вот они. Тут сколько они? $8 килограмм. Вот там вот. Такие красивые. А то я возьму вот кулечек. 3,49. Обычно тут бывает у них так грамм 700. Какой-нибудь один возьму такой подходящий. С такими маленькими мандаринками. Угу. Прохожу тут мимо шпинатика. $4. Знаете, соблазнилась. Такие длинные корешки. Сейчас выберу там, где подлиннее. Салатик, знаете, я же делаю салатик. Где-то у меня есть там видео, как я его делаю. Такой простой, но вкусный салатик. В общем, там, где побольше корешки и подлиннее. Я люблю их. Они такие потом получаются хрустященькие. Дошла, где помидоры. Такие вот помидоры. $11. Новозеландские. Килограмм. $12 на веточке. Килограмм. Есть еще такой кулечек за $6. Тут такие помельче. Знаете, не всегда большой помидор нужен. Но иногда и большой нужен. Вот они их складывают сюда. Кулечек. У них обычно в таком кулечке бывает 750 грамм. Да, так и возьму, чтобы не рыться там в тех помидорах. Хорошие тут вот, тверденькие в этом кулечке. Да, так и возьму его. Я вернулась. Мои скромные покупочки в кои-то веки. Ну, вы помните. Мандаринки. Огурчик такой классненький я выбрала. За 4 рубля, свеженький, хороший. Помидорчики. Кулечек. Помидорчики. Сколько же они? $6, да? Огурчик. А, огурчик $5. Что-то я решила, что он 4. А, сейчас. А мандаринки 3,49. Дешевле, чем огурцы и помидорки. И шпинатик. Вот шпинатик $4. Да, 3,99. Господи, как они уже надоели со своими вот этими 99. Кому оно это надо? Такое аж зло берет. У меня тут цветочки поливаются. И вот я хочу вам показать. Ой, такая красотулечка. Красотулечка раскрывается. Это Diffusion Spilurik. Вчера вы видели другую. У меня их вообще 6 штук этих Diffusion. И вот это раскрывается, она такая, как бабочка. Потом, когда раскроется хорошо, я поставлю их вместе, чтобы вы могли оценить их различия. Ну и такая халюся, такая красивая. Так и хочется посюсюкать. Ага. Ну еще меня сегодня, прям я не знаю, удивила и обрадовала флиртейшн. Я уже не помню, сколько на мне лет стоит. Без ничего. И вот смотрите, видите, я там между листиками я сегодня обнаружила цветонос. Ой, это ж у Лиси сдохло. Что она решила дать цветонос. Я вообще не помню, какая она.
Она, по-моему, как отцвела мне магазинским цветением, и больше никогда не цвела. Надо посмотреть свои записи. По крайней мере, я не помню. Ой, поэтому сейчас нагрею свой там супик, который у меня имеется, потому что у меня уже обеденное время, 2 часа. И буду наслаждаться своим прочищенным умывальником. Потому что это было ужасно. Вот так вот выливаешь что-то такое туда, и оно там чуть ли не 5 минут туда стекает. А теперь нет. Теперь уже так должно хорошо бежать. Угу. А то еще и бежала, знаете, так бежит, а потом начинает набираться. А теперь нет. Ой, какая красота. Какое счастье. Фу, он кислоты туда налил. А теперь оттуда запах такой идет. Да. Ну вот. Стоит еще, поливается та, которая не пилорик. Угу. Ой, как красиво. Скоро они все порасцветают. И будет стоять здесь, знаете, такая клумба из цветочков. Ладно. Прошлись немножечко с вами сегодня. И обедик у меня. А мы с вами еще увидимся.